Quake. Так, гранд-финал, ребята. Авокен, Сайфер против Рафы. Никс против мейн-персонажа Дума. Посмотрим. Сайфер, как же он хорош на Никс. Как же он хорош. Уф. Подгружаются все ребята из лобби. 45, 46, 47 секунд. Надо учесть это в следующий раз. Окей, с 20 будем писать. Поехали, ребятушки. Начнем за Сайфера. Так, чик-чирик, какой путь выберет? Красный рокет. Сразу в драку пускается Сайфер. Немножко поддамажив Дума. Отпускает, но за неимением пушек надо что-то думать. Две ракеты мимо, и только лишь на шафт можно пойти сейчас. Броника совсем нет, поэтому... форсировать как со событий я бы не стал. Рафа, пользуясь случаем, что загнал Ник. Сразу воспользовался и... сделал этот фраг. Красный лежит. Заходит Никс на него. Отлично. Позиция хорошая у Рафы. Однако, как же стреляется. Среди этого всего спама он еще нашел место, дабы прикрепить, пристыковать свою рельсу с Никсой. Отлично. Вроде бы занял позишн. Теперь спокойненько чилим. Неплохо, Никса после этой рельсы явно не будет претендовать на мигу. Красный лежит, и чем же закончится эта схватка? Есть обилка у Лехи, прожимает и читает его Рафа. Ах, флик не удался. Ознакомимся с пингами. Теперь у Сайфера, ребята, 100 плюс пинг, а у Рафы 32. Считает. Хорошо, конечно же, считает. Рафа. Хотя бы небольшой, 15, но посадить это семя дамага, которое в свое время прорастает в дерево, впивающееся в зад оппонента и создает фраг. Но не всегда. Но не точно, как говорят. 7 секунд до миги. Первый дамаг пришелся на Никс и... да, ребят, немного прочитав эту ситуацию, Рафа понял, где может быть потенциально позиция Никс после инвиза и начал шуровать туда шафта по полной. По полной, ну-ну-ну-ну-ну. Спокойствие, ребятки, только спокойствие. Сайфер который раз пытается зайти на мегу, но уже третий цикл не может ее отбить. Идет на рельсу и видите, как Рафа поддамаживает, ребята, все эти попытки забрать рельсу. А ведь только с нею можно как-то перебить у такого скиллованного мужика, ебать. Ну, контроль имеется в виду. Снова мига, и снова Сайфер сейчас собрал эти последние какие-то остатки стека. Рафа зачитывает это все. Зачитывает и... уф. Окей. Сайфера совсем нет брони, только полтинник. Нельзя, чтоб штрафовали, нельзя! Нельзя, чтоб штрафовали, и снова эта попытка тщетная. Надо искать часы, надо искать броник, а Рафа продолжает быть чисто на своем. На контроле, ребята, вот он, есть шанс отпустить мегу. Так и случается, две ставит, две рельсы, очень много. Хороший, наконец-то, сколько можно ждать, Алексей, ебать. Красный вот тебе подарком и пошел, пошел чисто, давай.
Контроль сам себя не сделает, если на месте будет стоять рельсочка и чик-чирик. 12 секунд до миги. Я думаю, ты же посчитал. Энвиз не хочет прожимать, смотрите. Не хочет прожимать, чувствовал, что уйдет, и поэтому дарит уже мигу. Именно в тот момент, когда он не захотел прожимать инвиз. Блядь, даже не успел прожать. По-любому класснул пару раз, но пинг злоебучий сделал свою тему. 3-1 и по новой, 2 фрага, и все, Леха рассыпался, он начинает вперед бежать, а там 100 хп у этой проститутки, ну. И шо? Попал Рафа, да. 5 минут осталось, и уже 5 фрагов преимущества. Ой. Наконец-то откатилась сейчас ульта. Никсы. Будет тяжелее, конечно, Рафе, но, по-моему, он последние 5 минут находится на контроле. И вообще что-то, ебте, красавчик. Ну, что-то так. Думает, Синвиза сейчас будет атаковать Мегу. Но у Сайфера и след простыл, значит, у Лехи нет тайминга на нее. Сейчас будет выжимать ульту, смотрите, вот. По тактике выжать ульту, шафтом вцепится. Да, вот, все, выжал ульту. Это произошло до подъема. Ебать! Молодчиком Сайфер там именно из ульты начал шорох наводить с ветром прям. Дай ему шафта, ну, ушел. Точных таймингов нет, и поэтому вот такие моментики именно случаются. Что я вижу, ребята, проанализировал немного игру от Рафы, а он нечастый гость на турнирах у нас. Вот, я вижу то, что одной из основных целей его является нанести дамаг с любой точки. С любой точки. И он тем самым препятствовать развитию оппонента. И как же филигранно у него удается расставлять приоритеты, куда и зачем пойти, дабы эту всю систему сохранять в работоспособном состоянии. Трататашечка, ну, то-то-то-то. За 3 минуты до конца счет 1-7, считая Вокин и мейн персонажа Дума. Даже на Никсе это, ну, ебать копать, я бы сказал бы вообще. На контроле находится Рафа, и по статистике, если нам удастся, в конце посмотрим. Мне кажется, там очень много мег и красных армор, да и желтыми не брезговал. Прям салат из стека разнообразного, знаете. Ловит на жерца. Снова красный за Рафой, и как будет заходить. Вот у него прямая дорога сейчас через джампар. Получается, он отдает мегу. Именно в этот момент он расслабился, ребята. И мегу не отдал. У Сайфера совсем нет таймингов. Побежал вперед. Эх. Ну так, без особой интриги, конечно, катка. Бывает. Бывает. Агрессивный выпад от Рафы, и это еще один фраг. 10-1, разрывной счет, такой не отыгрывается. По-моему, Рафа до этого и не знал, как она использовала. Ну, ни разу не пробовал просто. Мое предположение. Осталась 1 минута. Как красиво и классически играет Рафа. Посмотрите на своем сервере.
Явно многие из трюков дефрага за его плечами, это видно. Все очень неплохо, красиво получается. Он уверен в своем моменте, однозначно. Ну, легонечко хотя бы. Ну, для финалочки разрешить да. Надо было Лёхе все-таки второго дать, да? От первого прям запела Никса, но явно кости затрещали. Не получилось ничего у Сайфера. Со счетом 1-10 проигрывает Лёха Рафа. Сравнивает счет по картам. В первом из Illumination гранд-финала. Чудесно. 1-1. GG.